приветик, мои дорогие подписчики! Мы сегодня с вами на канале Болтушка-Веселушка. И как я вам и обещала, выигравшая игра уже здесь. Это легенды ниндзя-черепашки. Ну что, готовы, ребята? Тогда поехали! Мы все прекрасно помним эту историю. Бедный Леонардо, он должен спасти всех своих друзей. Совершенно один, в одиночку. Но мы надеемся встретить еще кого-нибудь, кто бы помог ему. Погнали, ребята! О-о, сейчас будет схватка. Так, я касаюсь и... Отлично, супер, с первого раза. Ху-ху! Погнали, погнали дальше. О, тут два врага. Ну ничего, мы с ними тоже разберемся. Давай, Леонардо. Пух, пух, ту-дух. И еще разочек. О, смотрите, его ранили. О, еще раз ранили. Здесь у меня преимущество. Коснись, чтобы выбрать его целью. Ну что ж, Леонардо, давай, не мешкай. Вот так вот. Вот это удар сильный, супер. Ну, еще один разочек, и мы с тобой справимся. Ес, 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 победа! Погнали дальше, ребята. Мне нравится, Леонардо очень храбро сражается. Я перехожу на новый второй уровень. Или это уровень Леонардо? Что-то я не понимаю. О, вот это карточки. И что я получаю? Так, я получаю пиццу, ням-ням-ням, а еще комикс «Отряд кадавров». Круто! Что за комикс, интересно? Так, мутаген получаю. Мы нашли карай и сможем ее взять с собой в путешествие. Интересно, она мне поможет? Давайте посмотрим. Собираем, и у нас список. А что в списке? Открываем карточку карай, нанимаем ее. О, привет, привет, карай! Какая она симпатичная, гибкая, просто супер. Это один из особых приемов карай. Он открыт, потому что у нее есть две звезды. Круто! Значит, кренги забрали твоих братьев? Какое-то жуткое невезение, это уж точно. Что тебе нужно, карай? Слушайте, похоже, мой Леонардо к ней не очень хорошо относится. Я помогу тебе. Ты ведь не думаешь, что сможешь победить кренгов в одиночку? Нет, не думаю. Помощь карай мне как раз очень необходима. А, они вдвоем! Супер! Так, кто будет первый? Карай, используй особый прием, чтобы поразить всех врагов. Я попробую. Ого! Так, погнали, ребята. Ой, что это за монстр? Так, а это что такое горит? Синий знак означает, что мой класс – дух. А это что значит? Так, посмотри, кто слабее меня, коснись здесь. Хорошо, посмотрим. А, смотрите, похоже, что класс – дух сильнее, чем проворство. О, а это что означает? У кого-то проворство? У этих врагов знак оранжевый. Это значит, что их класс – проворство. Вот как надо сражаться. Леонардо победит их быстрее. Запомнили? Конечно, запомнили. А цифра означает, что вы сильнее противника. Класс, но у них же тоже цифра 2. Странно все это. Ладно, Леонардо, я знаю, на кого тебе нужно нападать. Давай, давай, давай. О, посмотрите, он не поразил его полностью. Ну что ж, карай, карай, добила. А теперь, ой-ой-ой-ой-ой, какое чудище ужасное с этими ногами. Фу. Ладно, попробуем вначале уничтожить самых слабеньких. Ну давай, Леонардо, твоя взяла, ес. Первой попытки. Ну, а теперь вдвоем нападем на это чудище. Хотя чудище очень сильное. Мы еле-еле его выбиваем. Леонардо бьет лучше. Эй, карай, ты что? Давай, нападай. Вот так вот. Ес. Мы победили. Это победа. Супер. Ну, что я получаю? Покажите мне, пожалуйста. Так, я получаю, конечно же, опыт. И еще... Ой, что это? Покажите-ка получше, а то что-то я ничего не вижу. Ну что у меня там в списке? О, смотрите, я могу улучшить моего Леонардо. Но мне нужно для этого 1000 мутагенов, они у меня есть вообще? Да, есть, он тоже теперь будет 2 звезды. Теперь я смогу лечить нашу команду во время тяжелых боев.
Это здорово! Погнали! Я хочу еще и еще сражений. Это бой, и я отдаю за него 6 кусочков пиццы. Но мне же нужно кушать правильно. Так, а это кто? Роботы! Что за робот? Я буду с вами сражаться. Ого, какая у них атака! Они очень сильно карай мою бедную побили. Ну что ж, сразу троих? Давай, суперударчик! И мы ослабили их немножечко. Так, теперь, Леонардо, ну тебе лечить пока не нужно. Ты давай справляйся с кем можешь. Вот этот робот, у него такая красная, аж оранжевая циферка. Так, нет, карай вот на него и будет нападать. Мы его вырубили. Ой-ой, у него совсем мало жизней. Надо срочно подлечить. Леонардо, давай лечи свою подругу. Да посильнее, иначе она так не выживет. Подлечили, но не намного. Ладно, хоть кого-нибудь сейчас. Ай-яй, ну не стреляй в карай, она и так подбита. Вот тебе за это, вот тебе. Бежали дальше. Супер, кажется, мы уже проходим. А это что такое? Ого, что это за великан такой? Ой, какой кошмар, он же такой страшный монстр. Вообще, как мы его победить сможем? Это же нереально. Надо что-то с этим делать. Ладно, карай, попробуй. У тебя и так жизни совсем мало. О, он 4-го уровня. Он сейчас нас... О-о, этого парня нам точно не одолеть. Что хочет этим сказать Леонардо? Надо уйти? Надо отступать? Ужас просто! Ну ладно, уйти так уйти. Нельзя же потерять целых 2 воина. Леа, нам нужна помощь. Мы точно не справимся с этим сами. Конечно, не справимся. А что мы сможем сделать? Мы идем в магазин. Супер! И берем бесплатно карточки. Давайте, давайте, открывайтесь, открывайтесь. Так, мутаген, веревка. А зачем нам веревка, а? Ладно, надо, значит, надо 5 каких-то баксиков и... О, нейтрализатор! Это нейтрализатор! Похоже, у нас будет подкрепление. Нейтрализатор, иди сюда. Вот, я тебя нанимаю. Ну, что ты нам скажешь, нейтрализатор? Какой он мощный вообще! Нужно сделать нейтрализатора сильнее. Нажми «Новый уровень». Но я же нажимаю. О, у него тоже появилось 2 звезды. Круто. Ну что, нейтрализатор, идешь с нами в поход? Да, мы идем в бой. Мы идем сражаться прямо сейчас. Так, погнали, нейтрализатор. Я тебе уже прикоснулась. Я взяла тебя в бой, и мы уже побежали. Бежим, бежим, бежим. Ой, опять с этими роботами сражаться. Когда их успели отремонтировать? Ладно, будем сражаться как можем. Кто сейчас будет бить первый? А, карай. 3 ударами. Отлично. Теперь мой Лео. Пока никого лечить мы не будем. Мы лучше отберем немножко побольше жизни. О, смотрите, у нейтрализатора тоже 2 возможности. Давайте попробуем самую первую. О, ого, да она сильнющая. Супер. А теперь, карай, твоя очередь. Ну, давай же уже хоть чем-нибудь. Слабовато бьет, честное слово, я вам скажу. Ладно, Лео должен добить этого робота. Давай, Лео, на тебя вся надежда. Вот так вот. А теперь опять карай. А почему не бьется нейтрализатор? Ну, ладно, не хочет, наверное. Он лентяй, явный лентяй. О, вот он, этот громила. Опять к нам пришел. Мы с тобой сейчас разберемся. И не надо мне угрожать. Не надо на меня опять идти. Я не хочу с тобой так сильно сражаться. Я тебя просто завалю один раз. И все. Ну что, нейтрализатор? Попробуем его вторую силу. Ого, какие кольца крутые. Выбивает он, конечно, тоже очень серьезно. Ладно, Лео, твоя очередь. Вот так вот. Мы его так не выбьем. Ладно, втроем нападем. Может быть, нам даже повезет немножко. Эй, не так сильно бей. Вообще уже. Давайте сражайтесь, ребята. Смотрите, он нас огнем и постепенный урон наносит. Вы представляете, просто ужас какой-то. Ладно, нейтрализатор, кажется, бьет в него очень сильно. А вот карай слева, я вам скажу, не очень сильно. И кажется, нам пора уже подлечиться хоть немножечко. Так, лечимся. Давай, Лео, подлечи всех троих. Ну же! Отлично. Не намного, правда, но подлечились. Ладно, по крайней мере, мы уже не отравленные огнем. Давай, карай. Ты-ты-ш. 3 удара карай все равно какой-то ощутимый эффект дает. Ну, а теперь ты, нейтрализатор. Отлично. А теперь, Лео, последний удар. Да что ж ты его бьешь постоянно? Вот противный. Вот
так тебе! Вот так тебе! Ого, Лео заладил! По-моему, у него было 2 удара сразу! Скажи мне, черепашка, почему бы мне не уничтожить тебя и твою подружку вместе с Крэнгами? Слушайте, он какой-то агрессивный, а мы еще взяли его в свою команду. Нет, потому что я также хочу остановить Крэнгов, как и ты. И добиться этого мы сможем только вместе. Хороший ответ. Достоин Леонардо. И у нас 3-й уровень. Супер, мне это нравится. Мы открываем новых героев. А ну покажите, кто у нас. Карта метро Нью-Йорка? А зачем? Мы идем в путешествие, что ли? Ну, баксики, конечно, и Паукус! А, круто! Какой он классный! Паукус, ты будешь в нашей команде! Теперь нас много, и мы собираем все! А, я прошла главу, и у меня еще один пакетик! Это круто! Открывайся, пакетик! Так, мутаген, да еще как много! Кубик 0,20, баксики! О, а это что такое? 1500? Это какое-то дополнение к моему оружию? Ого, Кирби-мышь! Новенький, еще один воин! Я хочу их взять всех с собой! Это будет просто круто! Так, я буду их прокачивать. А еще я открыла какой-то сложный режим и 2-ю главу. Мне это ужасно нравится. Что мне там скажут? Интересно. Ну что ж, 6 кусочков пиццы и опять будет бой. Ого-го. А их не многовато для моих маленьких несчастненьких 3? Я могу еще взять кого-нибудь в бой? Ну, пожалуйста. Так, я хочу пооткрывать своих героев. Вот у меня новенький, я его тоже нанимаю. Это Кирби-мышь. Он такой крутой, и я хочу его прокачать немножко на 1 уровень. Или еще на 1. О, я на еще 1 могу прокачать. Супер! Он будет очень сильный. Для следующего улучшения мне не хватает всяких разных предметов. Ладненько, не будем следующее улучшение делать. Лучше еще одного новичка прокачаем. Вот он у нас. Так, что? Я не нашла Паукуса? Такого быть не может. Ладно, по-моему, я не собрала все его карточки вроде бы. Но я же его заработала. Вот у меня еще одни карточки. Баксы и тигриный коготь. Еще один герой! Но почему я их не могу взять? Кажется, для открывания Паукуса мне не хватает немножечко карточек. Всего 1. А эту карточку я могу найти только в боях или где? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я так хочу приобрести Паукуса, но у меня пока не получается. А еще тигриный коготь. Для него мне нужно аж 70 карточек или 70 мутагена. Или я не пойму, чего мне нужно. Пишите, мои дорогие подписчики. Я что-то вообще разобрать ничего не могу. Ну, попробуем своих новеньких. Пойдемте в бой. Глава номер 2 называется «Похититель мутантов». И чтобы проверить своих новичков, я хотела бы пройти хотя бы 1 бой. Попробуем пиццы и нанять еще одного приятеля. Потому что их целых 5, а у меня целых 4. Ладно, побежали. Это же Декстер Стокбой. А что он делает с кланом Фуд? Что-то я не понимаю, кто такой Декстер Стокбой. Что это такое вообще? Нет, меня зовут Бакстер Стокман. Неужели так сложно запомнить? Знаешь что? Мне некогда. Фудботы, приведите черепашку ко мне живой. Слушайте, я не знаю, как его запомнить, но видон у него, конечно, на море и обратно. Ладно, живого он меня не получит и неживого тоже, потому что нас много! Супер, супер, супер! Подходите быстрее, футы, мы с вами сразимся! Так, но у нас вот тут вот интересная штука получается. Вначале стреляет наша карай. Может быть, попробовать сразу в 3? Вот так, отлично! О! Нет, не уничтожили. О, как близко подходят футы. Они просто сражают нас. Так, а с кем же справится наш красавчик Лео? Ну, давайте попробуем с тем же самым. Вот тебе, получай. Отлично. Хотя наповал, конечно, его не сразил. А теперь Кирби-мышь. На него же нападем. О, ого, какие у него крылья. Супер. Теперь будем нападать на самого главного. Давай, нейтрализатор. О,
Нейтрализатор просто обалдецки делает и стреляет. Ну же, давай-ка, Рань, не подкачай. Что-то она, честно говоря, слабоватенькая. Да ничего, у тебя не получится. Ты один против нас всех. А мы тебя уже завалили. Побежали дальше. Эй, наверх. А что наверху? Эй, что это за... Что это за чудики на двух лапках ходят? Ладно, Кирби-мышь, мы попробуем сразиться сразу с Футиком. Вот так. Тем более эти чудики всего лишь первого уровня. Их Карай одолеет по-быстренькому. Давай, Карай. О, нет, по-быстренькому как-то не получилось. А сейчас ход нейтрализатора. Нейтрализатор одолел Фута, отлично. А теперь посмотрим. О, смотрите, они бьют очень сильно, какой-то звуковой волной. Просто кошмар. Ладно, осталось совсем немножечко. Что? У меня сработала какая-то защита или отравление? Или что это за значок появился у Кирби и у моего? Лео, ты должен всех подлечить, и себя в том числе. Лео очень-очень устал. Ого, ладно, давайте сразимся. Кирби-мышь, давай! Отлично, с одним справились. Теперь Карай, давай за Лео, потому что он уже очень ослабел. Ну, теперь нейтрализатор, добивай его. Вот так вот. Фух, тяжело это было. Что? И это еще не все. Мне придется сразиться с таким чудовищем третьего уровня. Ой-ой-ой, у меня осталось совершенно мало возможностей. Ну давай, Лео, попробуй это сделать. О, Лео победил Фута. Отлично. Теперь Кирби. Кирби, давай. О, Кирби с первого раза Фута победил. Это было круто. Карай свой сильный удар. Вот так вот. Что-то слабоватенько. Ну давай, нейтрализатор, твоя очередь. О, у нейтрализатора неплохо получилось. Но сейчас мой Лео будет в отключке. Лео, пожалуйста, давай, Кирби, добивай его. Вот так. Нет, 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 нет. Получилось! Это победа, но это было очень сложно, правда. И вот моя награда. Мутаген, крышка люка и карта метро Нью-Йорка. Она уже где-то была. Я могу теперь в список зайти? Ах, нет, не могу. Мне приходится сражаться и сражаться. А сил у меня, честно говоря, маловато. Поэтому, дорогие подписчики, пишите мне, что мне нужно знать о этой замечательной игре. Потому что сама я, кажется, без вас совершенно не справлюсь. Пишите в комментариях, я буду ждать. Встретимся очень скоро. Чао, какао!